жители микрорайонов номер 21 и 22 все переживают, когда же там уже построят детский садик. Один особо инициативный товарищ даже разложил по алкомаркетам бумажульки с целью сбора подписей на это самое строительство. Однако вынуждена расстроить всех. Администрация официально заявляет: строительство детского сада в микрорайоне номер 22 включено в программу социально-экономического развития города на 2022-2023 годы при наличии финансирования. Дело в том, что городской бюджет в одиночку детский садик не потянет, поэтому нужны вливания из области. И администрация, кстати, активно работает в этом направлении. А сбор подписей в данном случае не поможет от слова совсем и является чистой воды популизмом депутата Городничего. Внезапно перекрыли движение по улице Павлика Морозова от пересечения с улицы Лесная до дома номер 6. Так что планируйте альтернативные маршруты. Видимо, для строящейся там гостиницы как раз сейчас протягивают коммуникации. Радует только одно – это ненадолго. 7 июня в 17 часов уже обещают восстановить движение. По случаю 19 тысяч подписчиков у группы «Зато новости ВКонтакте» стартовал мега-розыгрыш. Призы шикарные. Сертификат в ресторан. Крутой ежедневник с бомбой. 6 билетов в кино, по 2 в одни руки. Стильный значок и модные стикеры. Фотосессия. И много других классных призов. Все, что от вас требуется, это подписаться на «Зато новости Саров» ВКонтакте, репостнуть запись с розыгрышем и ждать результата 10 июня. Информационное агентство «Зато новости».